Ваше Величество, я пришел говорить с вами о судьбе Англии. Она в ваших руках. Я знаю заранее все, что вы скажете, дорогой сэр Генри. Но все ваши доводы бесполезны. Все уже решено, я дала слово. Паспорта маркиза уже готовы, я жду герцогини, чтобы подписать их. Ваше Величество, ваши враги, которые называют себя друзьями, скрывают от вас подлинное положение нашей страны. Финансы Англии расстроены, торговля умирает, государственный долг растет. Вам нужны факты, вот некоторые из них. Взятие Бушена обошлось Англии в 7 миллионов фунтов стерлингов. В битве при Мальплаке мы потеряли 30 тысяч человек. Что делать, Боленброк? Все это горестно. Война есть война. Я понимаю, Ваше Величество, что войну легче начать, чем кончить. Но в данном случае войну затягивают искусственно. Я берусь доказать, что большая часть дополнительных кредитов, которые мы даем военным, поступает в сундуки герцога Мальборо. Я понимаю, что у герцога дочь на выдании, но почему английские солдаты должны своей кровью оплачивать ее приданое? Вы благородный человек, сэр Генри. И даже в полуполемике мы не должны обвинять доблестного маршала в столь низменных мотивах. Ваше Величество, я рискую окончательно потерять свое доброе имя в ваших глазах. Но я готов привести еще более низменные мотивы, которые движут супругой маршала, герцогиней Мальборо. Она стремится продолжить эту бессмысленную войну, дабы держать вдали от Лондона и двора своего супруга, герцога Мальборо, чтобы он не мешал ее любовным интригам. Мы все не без слабости, дорогой сэр Генри. Но неужели мы с вами опустимся до сплетен? Сплетен. Мне очень не хотелось бы вмешивать в это кого-либо еще. Но я думаю, что молодой офицер вашей охраны, который только что был здесь, мог бы дать вам более точные и убедительные сведения. Я вас не понимаю. Здесь только что был капитан Артур Мэшем. Да, Мэшем. Которого герцогиня влюблена, как кошка. Герцогиня влюблена в капитана Мэшема? Ну, в Мэшем или в кого-нибудь другого, какая разница? Какая разница? Ну, знаете ли... Теперь мне многое понятно. Несчастная Англия. Финансы расстроены. Торговля умирает. Государственный долг растет. Во что нам обошлось взятие Бушена? 7 миллионов фунтов. 7 миллионов. Чудовищно. Бессмысленная, бесполезная война. Сколько мы потеряли при Мальплаке? 30 тысяч человек. 30 тысяч. Это ужасно. Надо ли удивляться, что наши несчастные подданные бунтуют? Вы открыли мне глаза, сэр Генри. Меня обманывают. Злоупотребляют моим доверием. Прикрывают государственными интересами свои любовные интриги, капризы, мелкие делишки. Всему этому пора положить конец. Останьтесь, сэр, вы мне нужны. Что вам угодно, герцогиня? Паспорта маркиза де Торси и сопроводительное письмо. Оставьте их, я посмотрю. Но ваше величество намеревалось подписать их сегодня. И тем не менее, есть некоторые обстоятельства. Ах, обстоятельства. Я должна во всем этом разобраться сама. Я не желаю приносить в жертву чьим бы то ни было сомнительным замыслам и интригам интересы государства.